Наряженные с колокольчиками красивые оленьи упряжки завораживали гостей весеннего праздника, которые собрались в Салехарде на день оленевода, и 20-градусный мороз не помешал отметить гуляния на широкую ногу. День оленевода – один из главных праздников коренных народов Крайнего Севера. Четвертого марта ямальская столица принимала гостей не только со всех уголков России, но и представителей с Норвегии, Швеции, США, Канады, Китая и Монголии, а делегация из Сингапура прибыла для установления экономических и гуманитарных связей. На празднике сотни гостей могли участвовать в соревнованиях и конкурсах, приобрести сувениры и продукцию коренных народов Севера, а также насладиться бесплатным горячим чаем и ухой. Ну а если совсем замерзли, можно и в чум заглянуть, или в чум часовню. Действительно, разбегаются глаза. На празднике представлено много интересного из быта и культуры кочующих северян. Пока шел конкурс красоты в национальных костюмах на одной площадке, то на другой проходили метания танзяна на харей. Ну а главным событием праздника – гонки на оленьих упряжках. Что для вас вообще вот олень? Ну, для меня это жизнь. Они нас кормят, отмывают, гердим на них. Ну, как говорится, это для нас все на севере. Что от этого зависит, который слева, видите, да? Также любой желающий мог прокатиться на оленях и почувствовать немножко себя оленеводом и поделиться впечатлениями. Скажите, пожалуйста, как ощущение, впечатление вот поездки на оленях? Классно. Это вот мне на лошади кататься. Подскажите, как впечатление? Вообще, прям так классно. Классно? Понравилось? Да. Увидеть тебя в тундру, увидеть седым снега. Белой шкурой медвежью брошен к твоим ногам. По грущащему морозу поспешим на край земли. И среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним. И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно назвать.